2 февраля в администрации Каспийска депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Султан Хамзаев провел прием граждан. В нем также приняли участие глава города Борис Гонцов и председатель собрания депутатов муниципалитета Абдул-Вахид Джаватов. На рассмотрение были вынесены множество вопросов. Так, одной из поднятых проблем стало слабое отопление по улице Советская, 4 и Ленина, 6. Горячей воды нету. В данный момент горячей воды уже месяц-полтора у нас нету на Ленина, 6. Куда только мы не звоним, кому только не звоним, куда мы только не ходим, никаких, мы в своей точке не двигаемся. Неоднократно обращать к нему, я лично, в теплосети, жилищная инспекция. Более того, у жителей этих домов подтапливается подвал, из-за чего в подъезде стоит едкий запах. В связи с этим глава Каспийска совместно с начальником управления ЖКХ города Муратом Алекберовым взяли вопрос на рассмотрение. Немножко времени дадим, да, то есть посмотреть, что возможно сделать в этом вопросе, какая реакция будет по итогу того, что вы сегодня пришли. Я думаю, реакция будет обязательно. Да. И, соответственно, от этого будем отталкиваться. Мы со своей стороны возьмем на депутатский контроль. Кроме того, с обращением к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Султану Хамзаеву сегодня обратились жители не только Каспийска, но и других городов и районов республики. Помощник имама Хасаюртовского района селения Кастек обратился к Хамзаеву с просьбой оказать помощь в открытии нового спортивного оздоровительного комплекса для детей. Депутат заявил, что положительно смотрит на подобные предложения и готов сделать все возможное для такого благого дела. В ходе встречи Хамзаеву обратилось более 60 человек. Стоит подчеркнуть, что проблемы каждого были взяты под личный контроль.